Бюджетная политика, лекарственное обеспечение льготников и трудоустройство населения. Эти темы обсудили сегодня члены правительства республики. Подробности в следующем материале. Прежде чем обсудить планы на перспективу, Михаил Игнатьев объявил о подписании указа, который определит основные направления бюджетной политики на 3 года вперед. Глава республики поставил задачи поэтапно сократить долговые обязательства и недоимки по налогам, разработать дорожную карту по легализации серой заработной платы. В документе множество пунктов. Кабинету министров Чувашской республики повысить маневренность республиканского бюджета Чувашской республики, в том числе путем формирования резервного фонда Чувашской республики, как в составе источника финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской республики, так и в составе расходной части республиканского бюджета Чувашской республики. Это практически новая норма, которая дает возможность в отдельных случаях, когда появляются дополнительные расходы с учетом принятия норм на уровне правительства Российской Федерации, то есть вносятся соответствующие изменения в действующую систему тех межбюджетных трансферных отношений. Пока, соответственно, мы вносим Государственный совет, пока рассматриваем, по фактору времени очень много времени проходит. Глава республики отметил, жители должны знать, как формируется и расходуется казна. Информацию об этом необходимо размещать в интернете на региональном портале. В бюджете нынешнего года на закупку лекарственных препаратов заложили порядка 2 миллиарда рублей. С каждым годом эта сумма возрастает, в республике увеличивается количество льготников, которые не отказываются от набора социальных услуг. Если в целом у нас в республике порядка 106 тысяч инвалидов, то был период, когда у нас инвалиды отказывались от льготного пакета и теряли, естественно, возможность получения бесплатных лекарственных препаратов. Вот за последние 3 года доверие к бесплатному лекарственному обеспечению растет. Инвалид, который получает набор социальных услуг, в абсолютном выражении в 2,4 раза больше получает лекарственных препаратов в суммовом выражении от средств федерального бюджета. На реализацию программ содействия занятости из федерального и республиканского бюджетов будет выделено более 400 миллионов. В приоритете трудоустройство инвалидов. В январе-мае трудоустроено 281 инвалид. Уровень трудоустройства составил 50%. Осуществляется контроль за трудоустройством инвалидов на рабочие места в счет квоты, установлены законодательством Чувашской Республики. Гражданам также оказывается помощь в организации самозанятости, организованы обучающие семинары, составление бизнес-планов, помогли 138 безработным гражданинам. На планерке обсудили и подготовку к Чебоксарскому экономическому форуму. В его рамках эксперты намерены рассмотреть перспективы развития экспортного потенциала регионов и меры поддержки предприятий в кризисный период. Количество участников традиционной выставки достижений регионов увеличится. Организаторы приняли более 150 заявок. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперина, Игорь Зверев. Республика.